Рабочий поселок Горки-Ленинский – это более 40 домовладений, расположенных на живописном берегу реки Пахра. И только в малой части из них есть газ. Но благодаря президентской программе «Социальная газификация» голубое топливо вскоре появится и в остальных домах. Если у вас есть участок и, например, зарегистрированный дом, то вы можете подать заявку на официальном сайте Мособлгаза, позвонить на горячую линию, там разные есть способы, и обратиться за социальной газификацией. Тут есть и догазификация, есть и газификация. В данном случае речь идет именно о газификации домовладения. Сейчас здесь идет прокладка газопровода вдоль домов, хозяева которых подали заявки на участие в программе. Всего их более 20. В данный момент здесь работает экскаватор, одна монтажная бригада, она сейчас в другой стороне поселка, и один человек копщик для шурфления. Ну, как правило, трактор не копает один, ему нужен человек, чтобы он мог помогать шурфить, искать, мало ли что под землей, там кто что проложил. Кстати, для жителей такие работы абсолютно бесплатные, а вот за проведение газа в дом придется заплатить. Сейчас мы пока строим только газопровод, водики начнем уже к концу недели достраивать. По программе «Социальная газификация» мы доводим только до границ участка, до забора, если проще. А дальше люди уже подписывают либо комплексный договор с Мособлгазом, либо с подрядчиками. Для газификации рабочего поселка Горки-Ленинские будет выкопано более полукилометра траншей. Работы планируется закончить к концу следующей недели. Всего же за 2 года действия программы с 2021 по 2022 год планируется подключить более 110 тысяч домохозяйств по всему Подмосковью. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.